Мы рады вітати в нашей студии Александра Мунтяна, тренера с бодибилдингу. Здравствуй, Александр. Доброе утро. Ну что ж, мы знаем, что ты вернулся с чемпионата, вот, и вернулся не с пустыми руками, взял призовое место. Расскажи нам, как долго готовился, какие впечатления получил? Ну, я готовился с конца августа, то есть подготовка такая длительная, но параллельно выступал у нас в Украине. Мы знаем, что ты выступающий тренер. Вот. Ты, как удается совмещать подготовки к таким серьезным соревнованиям и с тренировками? Ну, к такому серьезному старту 1,5 недели я не тренировал никого. Угу. Потому что сильно напряжение, такое, концентрация нужна. И плюс, когда на жесткой диете, ты можешь поссориться даже с близкими людьми. Очень легко просто вот так. Правда? Ничего себе. Да. Ну, а ради чего это все было? Что было на самом чемпионате? Ну, это чемпионат мира, как бы, это считается высокий уровень, вот. Насколько серьезные были конкуренты? Сложно ли было соревноваться? Ну, было серьезно. Я думал, будет меньше соперников, честно. Я же в высокой категории выступаю. И когда приехал, узнал, что 37 человек, я так думал, это много. Ничего себе, да. Это много, да. В такой категории, как маленький вес и слишком большой, как-то вы это имеете в виду, правильно? По росту вас, да? У нас категории, да, ростовые. Угу. А вот в таком сложном режиме подготовки, как вы говорите о том, что даже можно поругаться с близкими, как сохранять баланс между участниками? Я так понимаю, все приезжают напряженные, все сидящие на диетах. Ну, тут уже такое. Тут, когда уже все приезжают, они уже подводятся к определенному старту, то есть в день соревнований, там, за день они уже немножко покушали, то есть настроение уже подобрели. Да, да, да. Плюс концентрация идет на выступлениях, поэтому никто особо там не это. А само выступление – это вообще сплошной стресс. Я вот сколько со спортсменами общался и ходил на чемпионаты по борьбе, некоторые люди просто вот так сидели, у них руки дрожали. Потому что выступление – люди смотрят, это публика, это не просто тренировка. И я понял, ну, какие для себя выводы сделал по собственному опыту, что, ну, психологическая подготовка – это пускай не 90, но 70% успеха. Но это мы про борьбу говорим. А вот в вашем соревнования, насколько важно психологически быть подготовленным? Ну, важно тоже быть готовым, конечно, но у нас соревнования, у нас самое тяжелое – это подготовка. То есть сделать форму, донести ее до старта. Можно перегореть, можно не доделать. То есть там такие, последняя неделя перед соревнованиями очень важна. То есть там надо максимально сделать все правильно. Вот. А на сцене ты уже выходишь и уже показываешь свою работу. То есть это немножко отличается от той же борьбы. Хотелось бы еще узнать об ощущениях. Когда вы уже поняли о том, что взяли первое место призовое? Какие ощущения? А какие ощущения? Первое, пятое место. Да. Да. Какие ощущения переполняли? Ну, я расстроился, почему пятое? Ну, будет к чему стремиться. Я как любой спортсмен, ну, хочу первым всегда быть. Вот, да, но потом, со временем, когда мне уже сказали друзья с федерации, там судьи, тренера, сказали, что это отличный результат, молодец для первого раза. Ну, мы тоже так думаем. Да, вот, я так не думал сначала. Я стал, очень расстроился, думал, какого фига. Потому что всегда хочется больше. Получил медаль за третье, почему не второе? Почему второе, почему не первое? Ну, второе нет, на самом деле третье лучше, чем второе. У нас есть небольшой фотоотчет по вашему... О, это будет интересно. ...выступлению. Да, вон, я стою расстроенный. Ну, по вашему внешнему виду не видно, что вы расстроены. Что-то как-то не заметил. Улыбаетесь и всегда в форме. Это я так, через силу. Да, да, да. Актерская игра, понимаете, надо играть на публику. Я всех спортсменов люблю спрашивать, один и тот же вопрос задаю, кто в форме себя держит, а вы, ну, соответственно, на форме. Как вы питаетесь? Какой у вас режим дня? Вот даже с самого утра начинается. С чего утро у вас начинается? Ну, например, вот когда у меня, я не готовлюсь к соревнованиям, да, когда мне можно позволить себе другие продукты. Я, получается, ограничиваю себя на подготовке к соревнованиям. А когда у меня отдых, так сказать, там пару месяцев, то я добавляю там продукты, которых не было на подготовке. Молоко, там такое, творог, ну, хочется молочки сильно. Вот. А когда я готовлюсь к соревнованиям, у меня все строго. Например, крупы, там рис я в основном ем, филе куриное там до килограмма в день, потом 5 яиц где-то стабильно у меня, и овощи. То есть, ну и понятное дело, омега-3, там омега-6, рыбий жир, все. Плюс спортивное питание. Спортивное питание как добавки, правильно? Но да, основной да. упор идет на обычное основной питание. Основной упор на еду идет, да. А что именно, чему уделяете внимание со спортивного питания? Ну, я больше всего, так сказать, уважаю БЦА. Есть что-то в фаворите какие-то? Вот, БЦА, аминокислоты, да. А, аминокислоты. Да, это три незаменимые аминокислоты,
которые мы не получаем с еды. То есть их можно обычным людям даже нужно употреблять, потому что они помогают восстанавливаться. Вот. Ну и протеин. Но протеин это такое, по желанию, если человек не доедает белка, то, конечно, лучше протеин выпить. Надо объяснять людям, что такое протеин. Это просто белок. Он берется из молока, из молочной продукции. Сыворотки, да. Сыворотки. Ну, чтобы люди не думали, что это... Что это ну, люди, как бы, сейчас уже 2016 год, 2017. До сих пор люди не понимают. Еще немного остались такие. Но это хорошо, что у нас есть такие спортсмены и люди-специалисты, которые могут прояснить и просветиться. Да, я очень часто это рассказываю. Приходится, да? Мне бы хотелось узнать о дальнейших планах. Какое следующее? Следующая подготовка к чему будет? Что интересного ожидать? Каких в планах, побед? Конечно, у меня, это весна, готовится на весну. Там будет чемпионат Европы, там будет Арнольд Классик, там будет любительская Олимпия. То есть это высокие турниры, очень хорошего уровня. Но, опять же, у меня это упирается все в финансовую часть. Потому что это нужно ехать, это нужно платить взнос, а это не в гривнах все. Поэтому... Если кто-то будет спонсировать или как-то помогать, то я поеду. Вот. То есть зима предстоит продуктивной подготовке не только физической формы, а еще в финансовых поисках, да, кого-то. Таня, мы это уже слышали. К нам приходили спортсмены, и тот же самый вопрос стоит, денег нет. Вот хотим на чемпионат, но вот спонсоров нет. Да, как жить? То есть спортсмены у нас талантливые в Николаеве, действительно талантливые спортсмены. Вы среди 30 семей, может быть для вас пятое место это не результат, но это результат хороший. На пятом месте во всем мире вы заняли. Мы заняли еще в общекомандном зачете второе место. Второе место. С 55 стран. С 55 стран. Да, и Украина стала второй. И у таких спортсменов, которые занимают второе место на мировом уровне, пятое место на мировом уровне в одиночном, у вас нет денег, чтобы поехать. Вы думаете, а хватит денег, найду ли я спонсора? Да. Это неправильно. Это неправильно вообще. Я согласен. А мне хотелось бы еще немножко приоткрыть завесу и узнать, какой призовой фонд был на чемпионате. Нету призового фонда. Вообще, абсолютно. Да. То есть никакого вознаграждения, никаких. Нет, только мастера спорта мне вот присвоили. Угу. Ну и за это спасибо. Да, это я рад, честно. А сколько вы уже в спорте? Сколько вы тренируетесь? Понятно, что за год, наверное, такую форму не наберешь. Вас с детства приучали? Я тренируюсь как бы с раннего детства, но я занимался боевыми искусствами много. Потом играл в футбол, тоже достаточно долгое время. А именно зал у меня, 5-6 лет, грубо говоря, так я тренируюсь. И поначалу какие были результаты? Вы пришли, грубо выражаясь, профаном, правильно? Вы что-то не понимали или вы сразу быстро влились в это? Я не понимал что-то полгода примерно. Полгода. Потом, когда начал читать, начал искать информацию, немного начал понимать. А что именно вам помогало? Какая информация? Вот говорите информация, это не просто ты там пришел, выложился в зал. Интернет, разные статьи, такое. Когда это все только так закручивалось, еще не было так четких каких-то этих рамок. Вот. И со временем я, учился, читал, смотрел разную информацию, вот, и потом начал уже пробовать что-то свое, у меня появились клиенты, которые тоже, по моей методике тренировались, так скажем, потом я начал еще что-то пробовать, все на себе, все на них, и вот теперь я... Александр, а вот этот промежуток времени от того, что я пришел в бодибилдинг, я еще ничего не знаю, и этот промежуток до того, что я уже готов учить людей, они ко мне приходят, то есть сколько прошло времени с того момента, как вы уже стали тренером? В 2014 я первый раз выступал. Угу. Вот, на тот момент я уже обладал, так скажем, процентов 50 знаний, которые у меня сейчас есть, у меня тогда уже были. Угу. То есть я уже смог сделать форму, я тогда выиграл чемпионат Украины. То есть спустя 2 года такой же видимый прогресс и в соревнованиях в том числе. Да, да. Но, по-моему, это талант. Мне кажется, это талант. Все-таки нужно не просто прикладывать усилия, чтобы так быстро влиться в эту тему, в этот спорт, чтобы уже и учить людей. Этот спорт еще спорт генетики. Угу. То есть человек должен быть генетически предрасположен. Режим тренировок. Сколько дней в неделю вы тренируетесь? По-разному. Сейчас я... Тренируюсь 4-5 раз. Давайте рассмотрим две ситуации. Ситуация одна, вы готовитесь к чемпионату, ситуация вторая, вы поддерживаете себя в форме. Сколько там тренировок? Когда готовлюсь к чемпионату, 6 где-то тренировок в неделю. Это силовые плюс кардио. Кардио это на дорожке, там побегать, походить. Я еще слышал, что диета для набора массы и диета для похудения, она по сути идентичная. Дело в том, что сколько ты ешь. Много да, ли мало? Количество, И для девочек тоже будет полезно узнать, что вы едите и в каком порядке. Вот когда белки, в первую половину дня, во вторую половину дня. На самом деле не важно, в какой половине дня. Это миф, да? Да. Это все фигня. Вот важно
то, сколько ты тратишь и сколько ты потребляешь. А съешь ты на ночь, съешь ты там утром, это все, это не важно. Мне еще интересует такой вопрос. Тот, кто решил, что он тоже хочет, посмотрев на вас сейчас, как наш телезритель на экране, решил, что хочет и даже, может быть, поехать на чемпионат. Что ему нужно сделать? Как ему можно вас найти? Вот. Можно прийти ко мне в Gymstyle. Вот. На тренировке. Можно написать мне ВКонтакте онлайн. Я консультирую людей онлайн также. Подвожу их к стартам, ну, готовлю к соревнованиям. Вот, ну и все, я буду вас готовить. Нужна ли какая-то предварительная подготовка? То есть, ну, к соревнованиям, конечно, должен быть. А чтобы начать тренироваться? Если начать, без проблем, приходите. У меня тренируются дети, у меня тренируются постарше люди, ну, то есть женщины, мужчины, без разницы. То есть, приходите, а я просто когда тренирую, я сначала учу человека. То есть не так, что иди делай там. И теория, и практика. Да. Я рассказываю, показываю, как все правильно, рассказываю, как кушать. Все зависит от человека. Если он заинтересован, вот есть такие, то он все будет выполнять, у него будет результат. Если человек, так скажем, не сильно заинтересован, то он будет говорить: ой, я там не смог, я там не успел, я сегодня не могу. Но отговорок масса, конечно. Да, да. И, соответственно, результат будет, но... такой, немного. Ну, спасибо, что пришли. У нас был дефис-тренер, дефис-диетолог, психолог. Желаю тебе новых побед, хорошей подготовки и хороших учеников.